Всем привет! У нас утречко, и нам сегодня надо срочно ехать в Киев. Коричневый, да. Алисенька проснулась, смотрит мультик, изучает цвета. Там их называют, она старается повторять. Некоторые знают, как произносится, некоторые пытаются. Оранжевый. Да? Коричневый. Как вам постелька, которую подарила Настя? Мы сейчас постелили. Все, раскрыли тебя. Да я думала, ты уже вставать будешь. Ну, на, укрывайся. Что? А, нет, Алисенька, она там соску увидела. Нет, доченька. Надо их вообще где-то запрятать уже. Потому что мы не давали и не давали. Она нашла, сунула себе в рот и теперь просит. Алисенька, нет. Нельзя. Горюшка, да, горюшка такое. Грустный ребенок сейчас пойдет искать, чтобы такое подставить, залезть наверх и самой достать. А, нет, пошла стучать головой. Мы никак от этого не избавимся. То есть, когда ей что-то не нравится, она сильно начинает нервничать, она идет и стучит головой о пол. Не знаю, зачем она так делает, но иногда делает. Все, дальше мультик смотрит. Мосечку, ёплёканый. Фиолетовый. Коричневый. Коричневый. За сегодня надо столько всего успеть сделать, столько всего собрать с собой, чтобы уезжать, что это просто кошмар какой-то. Я вообще не представляю, как мы можем уехать вечером, когда столько всего не переделано. Хомякам корм надо закупить. Теперь у нас еще и улитка появилась. А вот этот пледик мне вчера подарил Костин брат. Вот мы его сейчас застелили как покрывало, но это, конечно, не покрывало, это пледик, чтобы там в него заворачиваться. Ну, так красивенько выглядит. Ой! К Алисе пришла Дашенька, Алиса так обрадовалась. Ой, а Дашку сегодня раньше отпустили со школы, у них там что-то произошло, трэш какой-то. Я думаю, у Нади на канале вы это увидите. Кто-то газ какой-то распылил. Но с Дашей все в порядке, слава богу. Да? Да? А что это в чикинде? А Костя сейчас уехал закупать, я не знаю, что это киндер, можешь себе взять. А Костя сейчас уехал закупать хомякам корм, потому что если мы будем уезжать в Киев, то надо же им оставить. А вы что, а когда уезжаете? Ну, должны сегодня вечером, если успеем собраться. Нет, сегодня вечером. Ой-ти-боси, радостный ребенок. Я... Осторожнее, Алиса, если хотелось вдашь. Бы, мне бы хотелось с вами. Киев? Алис, давай цыпу катать. Алиска. Алис, лови цыпу. Давай. Цыпа поехала к Алисе. Кати ко мне цыпу. О, киндер будет кататься. И цыпа, да? Давай, пусть она сама запустит. О, так, молодец. Молодец. А носки уже сняла, да? Ну да. Ух ты! Цыпа катается. Цыпа катается. Алиса носится. А вы точно вечером уезжаете? Ну не точно, может быть рано утром. Как успеем? Ну, вообще я буду без Алисы. Вообще уезжаем точно. Мы бы тебя взяли бы с собой, если честно, но у тебя же школа. С удовольствием бы взяли. Это придется из тебя брать. То неделю школы пропускать. Неделю? Да, мы где-то на неделю уже. Вряд ли твоя мама на это согласится. Ну, может, если уговорить, то мама согласится. Пойди попробуй спроси. Мне даже интересно, что она скажет. Нет, школа. Уже знаю. Хорошо, что я ухляюсь. Это сейчас как зарядит. Да-да, стрёмная какая-то игра, конечно. Алис, давай не будем кидать. Алисочка. Сейчас я им мяч дам. Чтоб не так стрёмно.
Ну да, она, наверное, это как мяч. Как мяч воспринимает. Алиса, смотри. Вот, кидай мячик. Фух. Кидай. Вот так, лови. Вот то пускай мячик кидать правильно. О, луну опять нашла. Я уже сегодня ее не разрешала трогать. Ей хочется ее унести все время. А где квадрокоптер? Смотри, уже не несет. А, квадрокоптер я в коридоре пока положила. Думаю, где его спрятать на неделю, пока мы уедем. Что там? Я кажется, бабочка. Ой, непонятно. Да, это бабочка. Перед отъездом надо сделать много дел. И сейчас мы с Настей будем вымывать клетку лимона. Я хочу ей помочь, потому что реально он так все заляпал, что одному человеку это очень сложно. Или Моша пока, видите, вот так сидит в переноске, чему он не очень рад, не очень доволен. Ну, лимончик придется подождать. Выпустить его просто так мы не можем. Он тут все просто раздерет и испортит. Он такой Шкода у нас. А нам с Настюхой надо все-все повымывать. Здесь очень-очень сильно запачкан линолеум. Я не знаю, как он так умудряется быстро это делать. Это все щеточкой тоже сейчас будем чистить. Ну, в общем, работа здесь так приличная, я вам скажу. Пока мы вымываем, лимон там играется. То своим мячиком вот так, то пытается достать еще какие-то мячики, лапы высовывает. Смотри, что он где-то на этом раздирает. А он там лежал, не здесь в клетке, да, да. А он соскучился по этой игрушке. Точно как ребенок маленький. Ну, там вот за клеткой надо тоже как-то помыть. Там линолеум такой грязный уже. А как туда пройти? Не знаю. Я не просочусь. Честно, вымывать вот эту всю гадость, что делает лимон, вот эту воду, миски его, достаточно противно и неприятно. Но мы делаем это ради него, потому что ну, хочется, чтобы животное было в чистой клетке. Он тихо ценит. Да, но все же. Да, лимон, как правило, все воспринимает как должное. Он как-то себя ведет, знаете, как пушистый король. Вот он у нас пушистый король. Ну, так же, как маленькие дети себя, в принципе, все ведут. Пришла Масяня и наблюдает, чем же мы тут занимаемся таким. Вот таким Масянь занимаемся. Мы вымываем тут, как и всякие... И Маха сидит, тоже наблюдает за всем процессом. Hello. Даша с Катей тем временем английским занимаются. Hello, today will... Today I will. Yeah, I... Today I... Today I... А я это I. Знаешь, как когда больно? Скажи I. Вот, это читается I. I. Today I will. Today I will. Батону понравилась клетка лимона. Он уже здесь осматривается. Батоша, ты тут жить не будешь, не надейся. И Маха уже зашла. Наглые кошки, да, Лимошка? Лимошка там валяется с мячиком. Сейчас кошки, скорее всего, разбегутся. Потому как мы будем пылесосить все эти когтеточки, а они боятся пылесоса. Интересно, батон испугается? Испугается.
Помыли мы у лимончика, помыли его игрушки. Надо теперь позвать Костю, чтобы он починил то, что лимон поломал. В частности, вот это прикрутить надо. Лимоша уже пытается оттуда выбраться вовсю, делает подкоп. Игрушечки все чистые, приятно глянуть. Настя набирает лимону в ванну, и тем временем надо убрать все эти баночки, потому как если лимон туда влезет, они сразу попадают. А Алиса с папой спят вот таким странным образом. Скорее всего, укладывал он ее как положено на подушку, и она уже вот так перекатилась во время сна, перелегла. Я наконец-то нашла идеальное место для своей сушки, просто в ванной, просто в углу. И я вот так раскладываю только эту часть. И спокойненько сушу на ней белье. Эта часть у меня закрыта. Поскольку у меня почти все время все выстирано, то этого хватает с головой на все белье. И мне очень нравится то, что я придумала. Потому что раньше то на коридоре стояла, то на улице. Это было очень-очень неудобно. Кошмар. Я еще не успела брать баночки. Настя уже принесла лимона. И только его всунула, уже и вода грязная стала. Ну, потому что а он радуется. Все, все баночки сейчас будут Настя в воде. Ля, довольный. Он что, мыло туда кинул? Да, пока ничего не кинул. Я что-то кинул. Может, ему тряпочку дать? Лимошка. Ну все, есть чистая тряпочка. Покажи ему тряпочку. Он нам сейчас тут начудит. Лимон. Ой, что хорошо. И уже рычит. Бери тряпочку, полоси. А ну пусть играется. Раз ему интересно. Играйся, Лимоша, играйся. Никто у тебя не отбирает. Главное, покупайся. Он не очень чистоплотный такой, как мы думали. Да, мы читали, что еноты чистоплотные животные. Он, видите, может вымазаться, сходить в туалет, вымазаться. Его надо часто купать. Ну, вот так вот. И вообще он такой стал большой, что аж страшно. Он тяжелый очень. Мы его уже побаиваемся. Ну, я в частности. Ковшик где-то видела. Наверху есть. Да, наверху видела точно. Видите, ну ты дверь, главное, закрывай. Не служу, так в ванной побудет. Лимоша, Лимош, Лимош, ботинки не надо тебе. Рыбку бери. Рыбку бери, ботинки не надо. И резинку бы не надо. Ну ладно. Рыбка, Лимоша, рыбка. Ему все интересно. И грунчик маленький. Хотя нет, уже не маленький. Лимош. Так, хоть бы Настя быстро вернулась. Лимош, Лимоша. Лимош, купайся, купайся, не вылезай. Лимош. Блин. Настя. Настя, скорее, он сбегает. Но у меня тут белье, которое стирать, и кроссовки ему мои нужны зачем-то. Кусик. Купаться ему не очень нравится. Ну, в смысле, мыться именно. Боже! Лимон. Нам нужен намордник. Угу. И не кричи. То есть, наоборот, когда кричишь, он агрессивничает. В общем, я бросилась Насте на помощь, потому что одному это делать нереально. Лимон кусается, а вдвоем это проще. Мы уже его намылили и смываем. Вроде пока все идет по плану. Еще ни у кого кровь не потекла. Раньше она могла его мыть сама. Представьте, теперь уже нет. Он уже такой большой и вредный. Давай пузо. Давай пузо, Лимоша. Мы уже спустили ванну. Да куда ты отходишь? Отходит назад. Ты любишь мыться, потерпи. Потерпи, зайка. Лапа мыли. Ой, он тоже забрал. Эй, Лимош, ой, открыли кусик его. Лимош, 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 отдай. Крытый. Это блин. Больше. Да не трогай, думает, что хочет. Так я не хочу, чтобы он вылез. Он пока не вылазит. Так вылазил. Все, смываем лимона на всякий случай подольше полить, потому что шампуня на нем было много. Чтобы он потом не слезал и не отравился. Вроде смыли, конечно, но у него такая шерсть густая. Ля, вот все дырки нарисуют. Ох, и любопытный же. Голову моему не помыли.
мало реально. Вот так дома держать хищников. Когда он был маленький, нам все завидовали, говорили, что тоже хотят завести себе. Сейчас, если бы кто-то увидел, сказал бы, такого мы себе не возьмем. Реально, Настя очень часто укушены. Так, ну что, хватит, давай проверим. Лимон! Лимон надо вытереться. Смотри, что цепится куда-нибудь. Видела, как Алиса спит? По-деловому. Где насоску опять взяла, Костя? Насоской. Сама или ты дал? Сама. Горит моя луна в домике. Ты видела? Видела. Прикольно, я так смешалась. Все, справилась? Все, Лимош, обсыхай там сам, ну тебя. Зверюка. Зверюга. Звереныш, обтрушивайся. В принципе, мы его полотенцем немного высушили. Да сохнет уже, у нас жарко. Так что. Лимон. Ради тебя старались. А ты? Неблагодарный. Ну, никто от него не ждет благодарности, в принципе. Кушать пошел. Не, просто обнюхал. Все, проверяет, что мы там у него... Ой, мы ж папу не впустили починить. Это ж надо, когда лимона нету в клетке. А это что за собрание? В кукольном домике тут собрание. Я прям удивилась. Прохожу, втроем сидят. Настя, посмотри. Что это вы здесь тут себе дом определили? Настя, посмотри, кошачий дом. Настя, посмотри. Просто кошачий дом. А глазище какие, да? У Манюни? Ага. Ой, у Манюни, господи. Ты поняла. У малышки. У кошки. Манюня вот. Просто я ее называю ласково. Маська. И он такой сидит тут деловой. Так он уже, походу, друг. Все, они уже с ним все дружат. Ой, нет, походу, неплохо не друг. Неплохо так подружились. Походу, не друг. Ну или не знаю, что это было. Не кричат же. Манюнь, это твой будущий муж. У вас будут котятки. Чего? Да, мы так решили. Зачем? Ну, она мучается все время. Она у нас не стерилизованная. То... Так лучше пусть родит. Она красивая. Мы раздадим. А ты будешь? Не будешь его стерилизовать? Пока что нет. Мась. Малышка.